Состоялся открытый областной турнир по вольной борьбе памяти легендарного борца казахского народа Кажымукана Мунайтпасова. Цель соревнования – развитие и популяризация данного вида спорта в области. О ходе спортивного мероприятия смотрите далее в сюжете. Турнир состоялся при спортивном комплексе «Окжетпес». В нем приняли участие 130 юношей различных весовых категорий. Кажымуканатындағы областық турнир болып отыр қазіргі уақытта. Проходит турнир по вольной борьбе памяти Кажымукана Мунайтпасова. Сам Кажымукан был родом из Акмолинской области. Мы уже второй год проводим такого вида турнир. На этом турнире мы будем отбирать победителей на чемпионат Азии. Вольная борьба активно набирает обороты в Акмолинской области. В турнире участвовали борцы с разных областей страны. На сегодняшний день участвует 12 команд. Издалека приехала Атырауская область, Северо-Казахстанская область. И остальные наши Акмолинские областные районные команды. И мы отсюда будем отбирать дальнейшие республиканские на турниры, на соревнования. У нас вольная борьба развивается в очень хорошем темпе. У нас чемпион Азии, мира, не одни, несколько. По завершению состязания участникам были вручены медали и грамоты. Чемпионы турнира получили кубки. Кроме победителей и призеров в весовых категориях были определены борцы и спортсмены, проявившие наибольшую волю к победе. Мадина Абдикаримова, Жүрсіну Мырзак, Кокши Акпарат.